Здравствуйте! Я хочу с вами поделиться приятной новостью. На нашем производстве появился лазерный станок. А это значит, я готова вам представить большую коллекцию новинок. Мы вышли на серийное производство, причем каждая модель уникальна и не похожа на другую. Каждая модель отличает высокое качество. С правой стороны от меня стоят уже привычные для вас мангалы, но они в этот раз выполнены именно на лазерном станке. Благодаря новой технологии мы выполняем серийно несколько моделей. Все это происходит в короткие сроки, плюс качество в несколько раз выше. Все тот же металл толщиной 3 мм. Сварочные швы в этом мангале выполнены нашим новым сварщиком Валерой. Кстати, на новом лазерном станке мы изготавливаем не только мангалы, но и вот такие необычные грили. Они обычные не тем, что имеют на стенках необычные и интересные ажурные рисунки. Такое ощущение, как будто они выполнены вручную, а не огромным роботизированным станком. Еще одна необычная новинка – это гриль-мангал, который у нас стилизован под автомобиль. Идеальный подарок для любого автолюбителя. Мангал является многофункциональным. Он разбирается. Легко убирается крышка для гриля и можно устанавливать шампура. Мы с вами рассмотрели свежие модели, а сейчас рассмотрим готовое на примере костровища. Модель покрыта огнеупорной порошковой краской. И выполнено, кстати, все на том же лазерном станке. Обратите внимание, насколько все изготовлено качественно и те же интересные замысловатые узоры, такое ощущение, что они выполнены вручную. Благодаря лазерному станку мы можем воплотить любые задумки в реальность изделий из металла. Обратите внимание на дровницу и на рисунок, который здесь есть. Сколько мелких деталей, как они ровно и четко выполнены. И плюс высокое качество. Сверху все та же порошковая краска. Еще больше моделей, изготовленных из металла на лазерном станке, вы можете увидеть на нашем сайте. Заходите, делайте заказ. Также мы принимаем заказы под индивидуальные проекты.